Я вот хочу попробовать. Мы пробуем. Да, мы этого человека назвали ядерный самогон. Это политех мои. Оформление стенда. Мы пробовать сейчас будем. Начнем с... По-моему, давайте от плохого к сложному, да? Это авиационный шлем, я так понимаю. Да. Я хочу попробовать дынный, потому что у меня дынная не получилось. А не получится, потому что дыня, она бывает вонючая, да. Они ее фильтруют. Да, у меня получалась именно такая. Сколько тут градусов? 55-60. Ну, то есть, вы вот 40 примерно условия. Значит, сумка, это опасно. Нет, потому что по запаху чувствуется, что он достаточно крепкий. Я поэтому спросил сразу. Значит, мы только держим до 50 максимум. Но вот на стойке вообще нельзя 50. Она может упасть до 30 на стойке. Потому что количество сока, которое может быть находиться. Да, поэтому на стойку добавляем 70. Она получается где-то 60. 60? То есть здесь вот 60. Это вот 60. Это 60, ну вот тут 55. Ну, я что могу сказать? Для 60 пьется легко. Вот. Дынный чувствуется, потому что я делал. Мне в принципе не понравилось. Я его весь перегнал, да, на сырец. На форуме тоже высказывались. Нет? По дынному, нет? Ну, я вот Паше Галибину писал, что дыня херня. Вылил вонючую дыню. Да, да, да. То есть ее, видимо, надо уметь просто готовить. Ну чего? Вот это в настольном изделии. Вот мужчина показывает. Вполне ничего. Нектарин. Нектарин по вкусу. Нектарин по вкусу все. Безумно. Как трудно, ну, дай понюхать. Пить, ё-моё, ну, понимаете? Он по запаху сразу чувствуется, да, что крепость больше 40. Пить, я сразу же спросил, сколько... Давай, пример. Да, да. Малбара. Нектарин? Да. Норм.